Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. У нас осталось немного на данной миссии. Как говорится, пришел, увидел, наследил. Сейчас разберемся с этими подлецами, наглецами. Так. Ну, для начала надо уничтожить пушку. Ну, кстати, она не одна. Где еще пушка есть? Где-то еще была. Тут. Что это за точка? Что это за точка? Ух ты, танк. Это круглая штука. Ладно, там нам делать нечего. Пушка уничтожена. Танк. Ну и танк уничтожен. Потом. Так. Второй пошел. Так, а что мне здесь найти надо? Найдите Кесслера. Хорошо, давайте посмотрим Кесслера. Надо так надо. Ну давай, шарься быстрее. Кесслер. Что такое Кесслер? Или кто это? Так. А я здесь был? Что здесь у нас? Ну, вроде как, да. Вроде как был. Раз. Ничего не могу взять, ничего здесь делать. Какая-то казарма. Все чисто. С этой стороны. Андреас Кесслер. Кто ты такой, черт возьми? Ты пойдешь со мной. Пилот, что происходит? Я перешел на сторону врага? УСС считает, что вы представляете ценность. Надеюсь, они правы. Так. Ну, найти нашел. Мне что, его выводить как-то? Или... Ну, вроде не показывал, чтобы я его выводить должен. Ладно, хрен на тебя. Там танк какой-то вот был еще. Позади меня. Хотя... Делать нечего. Так, подождите. Мне надо попасть... Вот сюда. Так. Ну, ходит там. Там еще снайпера ходят, но я не знаю, как туда забраться. Кто знает, пожалуйста, проникайте, смотрите. Так, посюда я смогу добраться? Ага. Какие-то записи. Ну что ж, начинаем потихоньку пакостить. И... Нет, не надо ко мне идти. Идите, чините. Так, а тут еще как-то можно пробраться туда? Ну, можно, конечно. Надо обойти это все дело. Ладно, давайте посмотрим хотя бы, где тут. Оп, нет, взять не можем. Надо внизу.
А вниз есть лестница? Здесь. Вот она. Давай, бахни там уже. Наберем, наберем. Больше ничего не найти. Поздравляю. Ох, как подкинул ты его. Как его там заколбасило. Ну давай. И вот сюда. На. Давайте. Вперед. Бумк. Все. Остальные 10 раз думаю, да? Вот так вот. Собаки. Это у меня... Мины-то остаются, надо же что-то с ними делать. На, хоп, хоп. Ну не получилось, да, у тебя? Бывает, бывает. Кажется, собрал тут все полезное. Давай. Еще? Все? Ой, да, патроны возьми, правильно. Вот и все. Так, 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 так. Вот такой простой курс у нас. Все тихо, все спокойно. Ракетные боеголовки. Так вот что замышляют немцы. Очевидно, перед отправкой в Алагру Кеслер настраивает систему наведения. Но сколько оружия уже отправлено? Да. Сколько оружия уже отправлено? Так, а что надо? Что-то не то, да, маленькое сделал? Так. О, что-то нашел. Давайте возьму хотя бы это. Кот. А, кстати, кот у тех, наверное. Кто на мини подорвался на растяжке? Бабах! Набери. Надо посмотреть, чего там мне дали-то. Ну.
Ну вот он, найден код от сейфа. Там еще люди. Так, что мы надо уничтожить? Ртутные выпрямители. Так, это вот эти ртутные выпрямители. Ну-ка, давайте попробуем. Ушел касатик. Ага, вот это, наверное, и надо уничтожать. Да. Так, основное задание выполнено, похищение. Так, вытащите с точки эвакуации. Понятно. Сделаем. Давай быстрее. Шевелись там. Так. Вот сюда мне. Назад, назад, назад. Хорошо, что вот сюда никто не стрельнул в бочки, за которыми я прятался. Так, зачем мне сюда? Мне вот сюда надо. Понизу. Понизу идем. Блин. Извините, отвлекся. Ну, готов, козлина? Я ищу звезды. Но... Пора вставать. Не торопитесь, профессор. Продолжить. 19:20, нет, да? Нету 20. Ну все, продолжаем. Навыки не открыть. Что же мы наделали? Что же натворили мы? Ты всего лишь маленькая девочка во взрослой игре. Думаешь, ты можешь мне сделать бобо? Отрежь ему голову. Ты это знал? До того, как все это началось. Так что я отлично знаю, как сделать больно. Ты меня понял, маленький мой? Майне либо. Отрежь ему писюн. Нельзя. Скажи ей. Он прав, София. Дай мне нож. Ты знаешь, как он строит свои чудные ракеты? Сколько подневольных рабочих умерло, чтобы эти ракеты летали? Он нужен нам, так же, как нужен Динелли. Но он фашистская мразь! А Динелли – убийца тысяч людей! Они нужны! Оба! Отрежьте писюн, он и не нужен. Тебе! Нам нет! А голову можете оставить пока что. Мы выше этого. Знаешь что? Я тебе кое-что расскажу, Майне либо, о твоем дорогом отце. Об отце? Что ты о нем знаешь?
Говори, что знаешь! Пусть все уйдут. Ладно. Но Джан-Карло останется. Думаешь, не опасно? Да нет. Думаешь, зачем я взял нож? Лучше узнай, что он ей сказал. София! Набрехал, наверное, опять. Ну что ж, давайте узнаем, что он там наговорил. Здесь плохо пахнет. Вот так метод ведения допроса. Не нужно быть гением, чтобы знать, кто выиграет войну. Вижу, ты очень уверен в себе. Почему бы и нет? Я уникален. Я представляю ценность для любой стороны конфликта. А значит, меня нельзя трогать. Ошибаешься. Ты чего-то не договариваешь. Как проницательно, лейтенант. Я умираю. Моей печени капут. Я вряд ли дотяну до Рождества, не говоря уже о конце войны. Думаешь, я тебя пожалею? Думаю, что поймешь, почему меня так легко удалось похитить. Отец Софии умер несколько месяцев назад. Ты провел нас. Дорфман водил нас за нос. Столько усилий. Я бесполезен для вас и для Фатерлянда. Я, как там говорится, был, да весь вышел. Понятно. Ты что скажешь, малой? Что случилось? Она забрала остальных. Всех. В 10 милях отсюда блок, где велись допросы. Все дело в том, что сказал ей Кеслер. Что там ее отец? Кеслер сказал, что ее отец еще жив. Где блок для допросов? В Джови Фьорини. На северо-востоке. Карл, ты не представляешь, что там делали с людьми. Этого не представить. Почему она поверила Кеслеру? Складно врала. Знает все обстоятельства похищения ее отца. К тому же... Что? София не верит ни тебе, ни Уиверу. Она считает, что ты предал ее. Как УСС предала ее отца. Не предотвратив похищение, не попытавшись освободить... Именно. Глупость. Тупость и невежество. Так. Кусочек сыра, что ли, взять? Карл, партизаны оказали нам большую услугу. О чем ты? Кеслер рассказал Софии, что ее отец жив, и его держат в застенках где-то в Джови Фьорини. Так это я и сам только что знал. Точно. Хороший отвлекающий фактор. Мы знаем, что Ротбауэр и Бем встречались неделю назад. Ротбауэр – доверенное лицо Бема. Нацисты из верхушки не болтают. С корейцей они стыкали и проглотят. Ротбауэр – мелкая сошка. Нам надо убедиться, что план Бема не фикция. Все. Так, для начала. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Наседка слушает. Слышим вас, рыжий лис. Перехватите и уничтожьте вражеский грузовик со средствами агитации. Конец связи. Окей, вас понял. Окей. Конец связи. Ага, все-таки еще что-то взял. Ну ладно. Отправляемся, смотрим. Ух ты, да, вот здесь муторная. Да, помню, муторная будет. Так.
Смотрим. Так, вот меня отсюда выпустили. Уничтожьте лагеря, уничтожьте лагеря. Убейте. Так, та-та-та-та-та. Ну давай. Так. Посмотрим, что с тебя можно взять. Это мне очень пригодится. Где ты? Все, да? Так, там где-то снайпера должны быть. Они не могут не быть. Где тут кто есть? Заткнись, вас. Издаст. Так. Где тут пометить-то вас? Видно. Вижу. Давайте. Ой. Опыт. Неплохо. Так. Теперь их надо привлечь. Больше ничего. Давай. С ножа. Кто там копается? Все, и никого нету. Так, теперь надо. Где у меня тут? Вот выпрыгивающая. Ну вот здесь, думаю, само то. Так. Вот отсюда я буду вести огонь первоначально. А вот здесь вот у меня есть одна растяжка. Так, мне надо. Нечто кровавое.
Так, пока идет все хорошо. Где ты еще? Вот здесь. Все отлично. Давайте. Так. Обкрадываем. Вот и все. Молодец. Какой хороший мальчик. Так, вооружаемся. Мне еще катер подбить надо, чтобы он мне не мешал. Кажется, собрал тут все полезное. Давай, давай, иди, иди туда. Походите, вам полезно. Я пока посмотрю, как мне катер выцепить. Он как-то будет ездить у меня. Не так. Так, а на остров хотя можно зайти. Давайте, идет поиск врага, пусть идет. Что ж, я им не мешал. Странно, никто не охраняет. Ну иди сюда, узнаешь. Взял. Etwas hat ein Geräusch gemacht. Оп, оп, убийство. Так, тебе растяжку еще тоже не цепанули. Судя по охране, это особняк Ротбауэра. Господи, смех один. Давай, 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 давай. Так, посмотрим, что у меня есть в арсенале. Ну вот ее можно вот сюда вот заделать. Блин, нет.
Поспешил. Вот так. Ага, значит, они еще могут предполагать. Так, на той стороне двое. Корабль представляет опасность. Корабль не представляет опасности. Попал. Давайте сходим, возьмем в растяжку. Пусть они пока сходят туда, посмотрят. Ой-ой-ой-ой. Так, у нас в доме в этом ничего нет. Снайперов пока тоже еще не обнаружили. Ну, зато напакостили уже немного. Уже хорошо. Что у тебя есть для меня? Каждый раз что-то новенькое. Обыск. Обыск. Больше ничего не найти. Так. Что-то взяли. Это мы куда? К особняку пришли. А вроде мы здесь и не были. Так. О, так мы недалеко от пушки. Так, надо забрать эту растяжку-то. Раз она не пригодилась. Где она? Вот она. Пригодится. Вот так. Давайте, идите на остров, чё вы? Все чисто. Что за беспечность? Только что ваших раскидал. Спустимся вниз. Так. Ну. Оп, оп. И все. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Никто ничего не узнает. Вот
Видите, как хорошо, когда катер уничтожен, никто не мешает. Здесь больше нечего искать. Лазить и хулиганить. Так, теперь где там еще убитый-то? Вот здесь валялся. Так. Значит, где-то наверху. Надо искать. Хорошо. Вот это еще, правда, был. С той стороны. Так, 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 так. Вот это далеко убегать. Что-то я не понял. Вроде с глушителем стрелял-то. Ладно, потом приду. Пусть они соберутся пока. А мы пока. Ой-ой-ой. Что, мне бегать уже нельзя? Хоп! Да булькал. Ходит один ночью. Вот что бывает. Тут больше ничего нет. Никогда не ходи ночью один. Это же все-таки война. Ползем, ползем, потихонечку ползем. Так, уничтожить лагерь. Нужно уничтожить артиллерийскую установку. Все, понял. Уничтожили. И еще и убили одного. Какая прелесть. Все, так, идем. Нет, хотя какое идем. Думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!